А сейчас я немножко разомну свой речевой аппарат, потренирую язычок. Чешуя у щучки, щетинка у чушки. Клара у Карла украла кораллы. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. А сейчас попробуем с этим, что называется, уже натренированным речевым аппаратом задать вот такой вопрос. Спросить у граждан, что бы они еще могли персонально предложить в качестве контрсанкции в пику нашему правительству. Ответ буржуям, империалистам. Я не интересуюсь политикой, меня достает Первый канал с этими всякими мужскими взглядами, все такое. Я далеко не хочу в это вмешиваться, даже мне это не интересно. Я живу своей жизнью и все. Усилить внутреннюю политику, я думаю, бороться с внутренними проблемами, то есть, чтобы меньше зависеть от иностранных поставок и прочее. Ну, чтобы не заезжали, наверное, на нашу Российскую Федерацию. На территорию? Да, вообще, на территорию, чтобы на нашу, запретить. Да. Запретить вообще всем. Вот этим самым. Мне кажется, быстренько, да. Продукты тогда не возить, какие мы возим. Что еще можно? Компании, наверное, наши какие-то там работают. А. Вот эти вот. Тоже там позакрывать им. Все. Думаю, хватит. Потом одумаются. В принципе, правительство само виноват, то, что на нас санкции какие-то применяют. И они вообще не влияют ни на что. По сути, не можем производить. У нас либо продукты в пестицидах все, либо плохого качества. Сегодня слушала передачу. Вот как-то все мы мягко и лояльно к этому относимся. Надо все-таки немножко себя поднять выше в глазах всего мира. Ну, от нас точно мало что поменяется, толку не вижу. Лидеры мне до лампочки. Меня не внесли. Целенаправленно, если заниматься, то надо заниматься. Они переталкиваются одно на другое. Я все ощущаю, но ничем помочь не могу. Как-то мне все равно, если честно.